Должникам не скрыться. Когда судебные приставы выходят в рейд вместе с инспекторами ГИБДД, от ответственности не убежать и не уехать. Наличие задолженности у каждого автолюбителя проверяют по имени, фамилии, отчеству при помощи специальной базы. Сейчас мы проверим данного гражданина на наличие задолженности в отношении него. Ничего нет. По прописке злостные неплательщики обычно не проживают, найти их трудно. А на дороге шансы на долгожданную встречу увеличиваются. Рейды сотрудников ГИБДД очень эффективны. Они помогают нам выявлять наличие других задолженностей, помимо штрафов ГИБДД, и должников, которые находятся в розыске. Как показала практика, в потоке из 250 машин 50 управляют должники. Автолюбители, у которых незначительная сумма неоплаченных штрафов, в ходе таких рейдов о своем долге быстро вспоминают и предпочитают оплатить его на месте. Если судебный пристав выявляет должника, ему предложено оплатить. В случае, если он не противится оплачивать, то судебный пристав вправе наложить арест на имущество должника. Это как мобильный телефон, автотранспортное средство, вещи, находящиеся в автотранспортном средстве. В один из таких рейдов приставам удалось встретить гражданина, задолжавшего порядка миллиона рублей. В общей сложности за 8 месяцев текущего года сотрудники ведомства взыскали свыше 2,3 миллиарда рублей. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.